Держи. Спасибо большое. Давай, с праздником. За сильный пол отвечал сказочный герой Михутко. Он начал поздравлять пассажиров еще на перроне. Для всех это была большая неожиданность, поэтому на подарки и внимание дамы реагировали одинаково, расплывались в улыбке. Обаятельный медведь дарил женщинам оформленные в виде восьмерки пряники. Поздравления продолжились и в вагонах. Пассажиры, особенно дамы в возрасте, были растроганы. Все хорошее, доброе исходит от женщин. В этот праздник я всех-всех вас поздравляю, милые женщины. Ваше тепло так необходимо всем. Спасибо вам за подарок. И всех женщин поздравляю с праздником 8 марта. Всю мою жизнь начинается студенчество. Всегда ездила, когда училась в Новосибирске. И вот продолжаю пользоваться услугами как пригородных поездов, так и поездами РЖД. Еду сейчас к маме, буду поздравлять букетиком. Спасибо. Только пряниками сильный пол не ограничился, и к поздравлениям Михутки присоединился проводник поезда, который читал женщинам стихи. Весна идет, и тихих, теплых майских дней, румяный, светлый хоровод толпится, весело за ней. К слову, поздравить в праздничное весеннее утро Михутке удалось более 100 представительниц прекрасной половины человечества, которые в отличном настроении отправились в Бийск, чтобы продолжить празднование в кругу друзей и близких. Татьяна Голубева, «День с толком».